Мы будем есть ананасы. Ты согласна, мой дорогой пупсичек? Шкипер, смотрите. Выводы? Похоже, это сигнал тревоги. Лампа накаливания указывает на сбой в работе. А выглядит красиво и даже завораживает. Тоже верно. Так, рекол, инструкцию. Угу. Проблема финита. Шкипер, кончилось горючее. Почему ты так решил? Первый двигатель остановился. Да и второй уже перестал гореть. Пристегнись. Закрой глаза, куколкам будет страшновато. Внимание, говорит командир корабля. Есть хорошая новость и плохая. Хорошая — посадка будет прямо сейчас. Плохая — посадка аварийная. Мы знаем, что выбора у вас не было. Но все равно спасибо, что выбрали пингвин Эр. Нет, нет, помогите! Поднимай лапы, Борис. Если поднять лапы, так еще веселее. Боже, куколка, ты дрожишь, как осиновый лист. Рико, хватит развлекаться. Что рвал на себя? Шасси? И мягенько ты должен поцеловать землю. Легонько чмокнуть, как целуешь сестру. Сказал, чмокни. Теперь притормози, не рывком. Мягенько. Я полагаю, шаг и мах! Завершающий этап аварийной посадки. Закрылки. Кольцо.